Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Денис, и мы продолжаем проходить игру Миссия Дарвина, и в общем, кто у нас, не первый дубль, потому что это немножко шутил. Да, блин, ну отстаньте от меня. Вот вы, я не успел серию найти, вы меня это, фиг знает, что со мной делают. Стреляю в тебя. У меня так патроны закончились. Блин, достали уже. Я тебя четко выстрелил. Вообще офигеть. Нет, 4 патрона осталось. Заодно задний, блин. Ну а тебе. Только не вздумайся. Но... У меня полный порядок. Следую дальше устанавливать передачи. Прости, что не распознал эти приборы прежде, чем они добрались до тебя. Все в порядке, Спек. Скоро мы закончим дела и свалим отсюда. Сейчас будет довольно-таки сложно. Надо успеть. Так, а подождите-ка, а какого? А почему это-то? А у меня тут все уже странно. Ребят, дело в том, что когда я записывал первый раз, у меня тут было две испытания с этим лазером, а здесь только один. Я не понимаю.
я что-то... А, это еще не... Не все. Спеклс, ты можешь проверить сигнал? Да, получаю очень четкий сигнал. Остался еще один, Дарвин. Так, давай. Или я оказался прав? Что-то я не понимаю, там было двое. А. Сразу меня некуда хватать надо. Аху, еще встать он может. Ладно, мне же лучше. Ну, видимо, я что-то там прошел все-таки. Но вы когда будете играть, у вас там будет не так просто. Так. Блин. А, мне еще. А, они отравили меня. Нифига, дыхать не хотят. Так, тихо, нас отравить еще. На, размечтались. Блин, отравили. Все, спать. Так, давай. Нет, не так. Давай. Что у тебя? Так, что, собственно, а... Понял. Еще что ли? Подождите. Что-то я... Или три, или я все-таки не... Не ошибся. Что-то я вообще ничего не понимаю. Или все-таки лететь надо здесь? Что-то... А, надо, да. Я ошибался. Так, давай. Давай, 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 быстрее. Да не врезайся, ну, в натуре, ну. Давай, давай, пока не долетели. То есть, не... Давай, меняйся быстрее и добивай. Есть. Отлично. Все. Все, наконец-то. Порядок, оба передатчика установлены. У тебя все козыри, шеф. Так точно. Направляйся обратно к защитной двери и предоставь остальное мне. Подождите. Сейчас. Ладно, я сохранил почти всю свою жизнь. Здесь все-таки не так, как было. Так, давай. Да не вертись. Пускай там остаются. Наушники. Так.
Пополним боеприпасы. Так. Что с оружием? Электрохлыст какой-то. Ну, давай сделаем. Как я его поменяю? Так, чтобы мы тоже не разбираться. Мерцать? Я вас не понимаю. А как я его поменяю? Да ну не надо было нажимать. Блин. Так. Ну и как его? Куда идти? Не, я примерно догадываюсь, куда идти, но где-то место. Ой. Вирус какой-то. Как его здесь делают, если тут все закрыто? Порядок, Спеклс. Я у дверцы люка. Подожди. Есть. Должно быть открыто. Ты гений. Вхожу внутрь. Внутрь он входит. Система защиты. Какой-то босс. Как с ним собрать? Твои тарелки защищают факел своими щитами. Вы должны уничтожить тарелки, чтобы добраться до факела. Они так уничтожили. Попробуй навести ракеты на ограбление с двух тарелок. Чего? Ладно, ну стреляем. Какое ограждение? Thank you.
Так. Теперь вот сюда. Давай. Блин. Пора убираться отсюда, Ди! Ой. Что это? Бегайте, ребят, не трогай. Перепрыгивая и отвечая. Уничтожайте врагов и препятствия при помощи импульсной пушки и самонаводящихся ракет. Это звездные войны. Предупреждать надо. Да я пешком быстрее дойду. Вот что значит ползти как улитка. Ай. Берегите головы. Ограждение спутниковой тарелки прямо на пути. Эй, что за... Шутки. Тише едешь, дальше будешь. У нас тут минное поле. Ой. Ты ящики вроде не пропускай. Конечная остановка. Ой. Тише едешь, дальше будешь. У нас тут минное поле. Ящики, ну, ты чё, идёшь, что ли? Ой, как не пропускать, а? Ой. Этот АБР уже не жилец. Засада прямо по курсу. Осторожнее с этими шредерами.
думаю, мы от них отцепились. Так, теперь надо собраться вместе и понять, что именно сейчас произошло. У меня обновление ленты новостей. Соединяюсь. Уже подтверждено, что неизвестный вирус поразил электрооборудование по всему миру. Правительство настоятельно рекомендует не использовать электрооборудование и даже не находиться вблизи него, пока не будут найдены причины странного феномена и способы противодействия. А часики-то идут. Бригада М, у меня есть план. Наша первая цель — отдел продаж. Надо остановить распространение этих штуковин. Затем, покончив с этим, мы можем ликвидировать сам завод. Время не ждет. Я готов, парни! Хорошо, хорошо. Выдвигайтесь на позиции. Готовы. Разделяемся. Вперед! Порядок. Я пробрался на завод, где Сейбр делает свои смертельные игрушки и шлет по всему миру в красивых коробочках. Мы наведем тут 40 пути. Спеклс, где моя цель? Тарвин, ты должен проникнуть на главный склад, затем взломать один из производственных компьютеров и получить карту завода. Включи конвейерную ленту, это кратчайший путь внутрь. Будет сделано. Во время игры вы можете выбрать три разных вида оружия для быстрого доступа. Чтобы поместить оружие в быстрый доступ, удерживайте кнопку оружия, пока не отобразится меню. С этим лазером делать. Я не понимаю.
от меня. Допустим, я закрыл это, и что? Нет, ничего не дало. Да. Тарелку, чтобы повредить ее и разрушить ее ограду. Чего? Какую тарелку? Что-то я немножко не понимаю. Я же, ну, закрыл я это, и что мне дало? Ничего мне не дало. Нет, а что делать-то? Я же просто нажал. Или обратно идти, я не понимаю. Ну тут ничего больше нету. Не, ну тут ничего нету.
Вот это, по идее, должно было открыть, но почему-то они не открылись. Тогда что же тут делать-то? Так, стоп. Это что такое еще? Какое-то питание, блин. Ай. Блин, ну так бы сразу и сказали, ё-моё. Тоже мне, блин. Хотя... Получается, надо закрыть все вот эти... Ну, вот тут я закрыл, вот я заснул. Не сразу можно было это увидеть. А там что? Ну, там я всё закрыл. А, там открылось. Ты чё? А, ясно. Ну если я здесь закрою, откроется там. Все монопоезда загружены и готовы к отправке. Так, всё закрыто. Ну допустим. Что мне это дало-то? Не, ничего это не дало. Да, здесь это закрыто. Все-таки я еще раз перепроверю на всякий случай. А почему здесь открыто? Да что ж такое-то? Я здесь закрою, там открою. Не понял. Какого хрена? А получается, мне надо, чтобы... А, понял. Да... Ну не выпрыгивай ты, господи. Хотя ладно, сейчас я по-другому сделаю. Открылась там. Лети, лети. А, мне надо что? Ну-ка, давай, давай, давай. Жизнь. Все, выходим отсюда. Тихо, не падай, пожалуйста, я тебя прошу. Вот, отлично, фу. Ну,
собственно, нам туда получается, да, что? Дарвин, это главный генератор электричества для всей техники в этом комплексе. Ты можешь притянуть его к себе электрохлыстом и вытащить аккумулятор. Внесите генератор с помощью электрохлыста. Бросьте или отпустите его в любой момент. Внимание! Монополис на Японию и Китай готов к погрузке. Так. Электрохлыста, говоришь? Нет никакого электрохлыста. Какого еще электрохлыста? Прекрасно просто. Еще электрохвоста, ничего мне тут рассказываете. Притянуть. Понятно. Монопоезд отправляется со второго пути. Так, пока не в пылесос. Не в пылесос, только я тебя прошу. Давай, Дарвин, брось аккумулятор прямо в это гнездо. Прицельтесь в гнездо и бросьте в него аккумулятор. Ну уйдите, вот где вот тут надо. О! Уйди от меня. Давай! Отвяжись от меня, отвяжись! Всё, наконец. Фух. Еще один пылесос. Но этот пылесос уже можно убить. Что еще им взбредет в голову? Yeah.
Что я могу сделать, не пойму эти. Вот он, жизнь. Правда, мне она сейчас не нужна. Фух. А где, собственно? Батарейка-то это. Засунуть его куда-нибудь. Интересно. Где это? А где? Блин, ну вот вы даете, а? Куда здесь топать-то? Извините. Не, ну откуда я пришел? Как тут? Куда вот тут? Не, ну где... Где мне ее искать-то? Если вы не поняли, я серьезно, где мне ее искать? Да ты, блин.
Ты что делаешь-то? Даже можно допрыгнуть. Да куда ты, ну? Тихо. Да подожди ты, куда ты? Просто не сразу догадаться, что туда можно спрыгнуть. Ну, короче. Вот, опять. Темно. Вырубать-то я так и не понял. Опять туда опять вернулся, что ли? Вот как здесь это вырубать, я не понял уже. Может хоть настройки посмотреть. Управление. Так. Раскладка, так. Бросок какой-то держать, идти назад, бла-бла-бла. Так, так, взять оружие, заготовку, так, быстро, электрохвост, удерживал цель, луч. Вот, что это за буква? Какие-то... Так... Подсказки какие-то... Что вот это за буква? Ну-ка.
Нет, ну серьезно, что это за буква такая? А, вот это батарея, ну так и сказали бы, блин. А, вот от этой батареи и вот от той. Луч может доставлять аккумуляторы в режиме недостигаемости Дарвина. Чего? Вот что это за буква? Вроде бы иду я куда-то. Откуда я ж не вижу ничего. Так, отсюда я пришел. Ну что это за буква? Ну скажите мне кто-нибудь, а? Жалко, что нельзя перенастроить тут. Это я иду обратно. Не, ну я же ничего не вижу. Как это было? Тупик. Где проход тогда? Ну вот что-то здесь есть. Только где здесь батарейка? Ой, стоп. А, вот, наверное, что-то здесь. Thank you.
Так, ну, это я, то есть, сюда вот пришел. Где здесь батарейка? Где тут, это то же самое место. А, вот, наверное. Да. Блин, ну... Задачки. Так. Так что у вас, у меня патроны, знаете ли, не резиновые. Эй! Что нам только... Это еще что за... По-моему, я слегка влип. Ага. Слегка влип он. Да я бы сказал... Очень тяжелый. Путь мой. Мне я с тобой тоже здесь влип. Если я выдержу такой темп, миссия будет выполнена. Так она уже выполнена. Спеклс, здесь пахнет жареным. С этого склада нет выхода. Есть идеи? А, да. Я вижу вентиляционную шахту, ведущую от одного из помещений. Отправь Муча разведать, куда она ведет. Муч, дружище, первым делом, как известно, самолеты. Ну зачем ты повернулся? Теперь я ее не найду. А, вот она. Блин. Так. Тихо. Ну, допустим. А, надо вот это... Все, теперь надо переключаться, да, и идти. Опять на улице. Так. Нам надо как-то это... А, понял. Ну, в принципе, так можно сделать, но это надо... А, здесь еще одна, что ли, есть? Ну, пролезайте, пролезай, давай. Так,
как-то умудриться нам это. Нет, я немножко не туда. Пошел. Ай, господи. А, вот в чем дело. Понял. Вот еще одна. Я на. Вот она. Да вот это вот отрубить. Все, теперь надо быстро туда идти. Да блин, ну быстрее давай, пока. А где он? А вот он. О. Вот это вот. Хватит меня ухватать. Не жду на меня. Ну замечательно. Вообще прекрасно просто. Не стревать-то. Да блин, ну давай пока мне это. Хватит же на меня хватает. Давай. А еще что ли? Нет, ну вы. Ладно. Хорошо. А что там еще-то делать? Вот оно что. Как я это сделаю? Что мне делать-то? Нет, ну допустим, я сюда прилетел. Что мне делать-то здесь? Понял. Так, сейчас вот. Блин, красавица там, зараза, сейчас я не успею же. Не успел. Давай быстрее, пока ты не. Так, стоп. А, он даже так, да? Давай. Все. Фу, сколько можно туда? Yeah!
чем собственно делаю здесь? Что делать-то? Не, ну я примерно понял. Ну вот здесь она открыта. Так, он как-то умудрится это куда попасть. Ну как это сделать? Ума не приложу. Фу. Как туда попасть? Туда быстрее, быстрее, быстрее. Прикол-то. И чё? Здесь лазер. А, понял. Да... Я же не просил. Вот. Так. Я не понял, я же прилетаю. Вот. Контрольная точка. Давай, чё, куда мне идти-то? Ой. Я уж хочу просто быстрее закончить этот уровень злосчастный. Так.
ясно. Блин, давай. Так, ну допустим. А, надо вот так, да? Да блин, вот так. Не хватало еще этого. Так, ну что ты, а? Давай запрыгнем. То есть надо вот так, да? Просто кататься. Откуда он у нас? А, понял, давай. Ну что, повеселимся? Давай, не падай только, блин. Это так это бить все жизни своих прав. Стреляй. Это в него стреляй, а. Так, что делать-то? Не падай, фу, попался. А теперь главное надо это. Первый ход, который. Не падай, о, не упался. А, блин, ну так бы сразу и сказали. Достал уже. Ой, Иисус сразу. Век по мне эти пылесосы не видеть. А где батарейка-то? Собственно говоря. Батарейки-то нет. Вернее, одна есть, а другой нет. Вот тут я уже точно не знаю, как это на это ответить. Нет, а куда тут? Да что тебя? Включите генератор
электрохлыста. Бросьте или отпустите его в любой момент. Так. Какой генератор? Ох, я еще и как-то крыл. А откуда я его взял? Куда ты его бросил-то? Ну, дебил. Я таким чудом взял ключ и куда ты его бросил? Это глюк, все. Не, ну ты дебил, конечно. А все. Это глюк. Я скрипт это сорвал. Вообще замечательно будет уровень. Как его теперь вот? Так. Что я? Нет, это невозможно. Ключи найти. Ну что, повеселимся? Ладно, давайте на этом серию закончим, а то я уже устал от проекта. С ума сойти-то. Долго уже записываем. Тем более тут контрольная точка, поэтому... Так, установка и доставка. Как этот уровень называется? Так, сейчас тогда по-другому сделаем. Сейчас выйду отсюда. И мы загрузимся. Порядок. Что? Я пробрался на завод, где Сейбер делает свои смертельные игрушки и шлет по всему миру в красивых коробочках. Ладно, в общем, я... Дойду. До этого момента ты должен проникнуть на главный склад, затем взломать один из производственных компьютеров и получить карту завода.